Всем привет! Всем привет! Вы на канале Жукова Лайф, с вами Женя и Настя. Сегодня отличный день для прогулки совместной с семьей. Вчера был дождь, сегодня у нас уже плюс 23, солнечная погода. Сейчас мы находимся на площади маршала Василевского, и позади нас находится музей янтаря и Росгарденские ворота. Сейчас мы отправимся именно в музей янтаря, посмотрим, сколько стоит билет на вход для каждого из нас, ну и, конечно же, покажем, как все там обстоит. Поэтому обязательно досматривайте это видео до конца, чтобы узнать, как мы хорошо провели время. Ну а мы уже увидимся внутри музея. Ну вот, мы стоим у центрального входа в музей янтаря. Режим работы в зимнее время с 10 до 6 вечера, а в летний период с 10 утра до 7 вечера. Ну, конечно же, рекомендуем вам прийти пораньше, чтобы не за 10 минут до закрытия, да. Потому что музей очень большой, экспонатов достаточно много, чтобы у вас было достаточное количество времени рассмотреть все, подробно почитать, изучить и впечатлиться увиденным. Ну, а теперь пройдемте на кассу и узнаем, сколько стоят билеты. Можно пойти, прийти сюда и купить билет и пройти в музей по Пушкинской карте. Так что, если у вас есть Пушкинская карта, если вы школьник или студент, то добро пожаловать. Не торопись. Спасибо. Держись за меня, дорогуша. Да. Так выглядит центральный вход. Здесь вы можете оставить свои сумки, если вдруг у вас есть какая-то ручная кладь, чтобы не таскаться по музею с ней. Ну а сейчас мы заходим непосредственно уже на кассу. Здравствуйте. Касса? Все, спасибо. Да? Вот, уже какие-то первые экспонаты. Уже интересно. Не успели зайти, да? Не успели зайти, уже глаз зацепился. Я думаю, впереди много интересного, так что не будем останавливаться, идем покупать билеты. Нам, пожалуйста, 3 взрослых. Прикладывай, да? Спасибо большое. Ну что, ты приобрел билеты? Сколько стоит? Да, купили билеты, стоимость одного на одного взрослого 350 рублей. Студенты 150 рублей и школьники тоже 150 рублей. Поэтому, когда запланируете поход в этот музей, не забывайте планировать свой бюджет. При входе в музей есть вот такие различные бутики, где вы можете приобрести для себя продукцию из янтаря. Ну, соответственно, что вам больше подходит, бусы, часы, все украшено янтарем. Настя с мамой зависли на одной из витрин, рассматривают уже здесь. Мне кажется, можно было не идти в музей, просто здесь надо было походить и все. Кстати, здесь можно и подарки приобрести. Ты хотел передать подарки своим родственникам. Да, различные сувениры. В общем, если вы будете здесь, в этом музее, то обязательно покупайте на память. Ну и, конечно же, это будет памятный презент для ваших друзей и родственников. Здесь точно подделок нет, я думаю, здесь натуральный камень, поэтому можно быть уверенным. Здравствуйте. Здравствуйте. Снимать можно же, да? Да. Без вышки. Отлично. Нет, вас не снимаем. Ух ты! А туда можно пройти? Конечно. Интересно, а здесь раньше колодец, наверное, да, был раньше? Да, да, заборный колодец, да. Мы сделали же раньше. Да, как положено. Ух ты, какой внутренний двор, замечательная красота. Сейчас сотрудник музея нам сказал, что раньше у немцев здесь был колодец. Ну, это и логично, потому что во военные времена им нужно было чем-то пить, что-то пить, чем-то питаться, поэтому наверняка они не выходили из башни Дона, из этой крепости, и вода всегда должна была быть у них в открытом доступе.
Ну вот основная коллекция истории янтаря начинается именно осмотр всего музея со второго этажа. Поэтому будьте осведомлены, какой первый посетить зал. Сначала осмотр здесь. Мы с вами пришли по кругу и сейчас спускаемся. Да, только что вы могли наблюдать, что здесь можно вместе с группой, вместе с гидом пройтись по всем выставочным экспонатам. И, конечно же, он вам все подробно расскажет и покажет. Да, по возможности, конечно, лучше приходить в будние дни, потому что здесь не так много народа. Поэтому, если у вас есть такая возможность, обязательно приходите в будни. Ну и запланируйте время так, чтобы у вас была возможность посмотреть максимально много все экспонаты. Да, здесь есть витрины, где вы можете детально рассмотреть, что находится внутри каждого янтаря. Ну, обычно в смоле застывали какие-то насекомые, что придает особую ценность янтарю. И вот здесь вот такие вот витрины с дополнительным увеличительным стеклом, которым вы можете воспользоваться и посмотреть. Например, вот в этом янтаре комар или какая-то мошка застыла, что, безусловно, дает дополнительную ценность данному камню. Да, здесь не только есть выставочные экспонаты янтаря, а также есть различные вот ископаемые, которые были найдены на территории Калининградской области, не только. И вот здесь вот под стеклом можно наблюдать различные изделия. Скорее всего, это из меди, из бронзы сделано здесь. И вот здесь все эти экспонаты выставлены. Какие красивые фигурки, кольца, ювелирные изделия изготавливались из янтаря. Здесь вот чеканились различные монеты. В общем, за историей точно нужно идти вот в такие места, в музеи, где вы можете действительно почувствовать весь дух той эпохи, того времени, которое непосредственно было в то время. Зал большой. Специально сделана каждому экспонату подсветка, чтобы вы могли посмотреть максимально много. И все детали, которые здесь есть, вы могли увидеть. Класс. Представляете, даже ложки из янтаря есть. Пойдем посмотрим, где они. Ложки, подсвечники. Подсвечник — это научная реконструкция 1999 года написано. Ложки. Я не представляю, как выглядит янтарная комната тогда. Представь, там все из янтаря. Шкатулка, как я и говорил, есть специальные лампы, которые обязательно подсветят те определенные моменты, на которые следует обратить внимание. Данный свет позволяет увидеть, как играет своими красками янтарь. Да, кстати, очень умелые мастера. Если вы заметите, то на самой шкатулке внутри янтаря изображена еще гравировка какого-то храма. Ну да, здесь действительно одного дня будет мало. Был бы какой-то абонемент, чтобы вы могли посещать этот музей несколько раз. Я думаю, что это было бы актуально для людей, кто живет здесь, чтобы могли посещать и вот узнавать о каждом экземпляре подробную информацию. Посмотрите, какие умельцы. Шахматная доска со всеми фигурами.
выполнена полностью из янтаря. Ну, здесь еще есть элементы дерева. Кстати, эти шахматы стоят в Эрмитаже, и это копия. Но все равно прикоснуться к прекрасному. Интересно, если такая шкатулка, то что же хранилось там внутри? Настя пытается вам передать всю величественность янтарной комнаты. Покажем обязательно поближе. Представляете, вот так вот выглядела бы янтарная комната. Это, кстати говоря, элементы реконструкции. Научная реконструкция 81 года. Карьер янтарного комбината 1979 года. Представьте масштаб, да, какой? Вот так вот добывали янтарь. Чем можете наблюдать, описан старый способ добычи янтаря. Черпание из моря. Ну, собственно, этим сейчас занимаются в современные дни обычные жители Калининграда, Калининградской области. После шторма, во время шторма, одевают длинные сапоги, специальные костюмы и вылавливают таким образом янтарь. Не удивляйтесь, если во время шторма вы увидите вот в таких костюмах людей. Сейчас много любителей, которые любят вот так пособирать янтарь. Мы с Женей, когда только-только приехали, нас встречал таксист и как раз рассказывал историю о том, как он шторм собирает таким образом янтарь. У него есть специальный гидрокостюм, специальные инструменты, инвентарь. И он даже хвастался своим уловом, так сказать, своей добычей янтаря. Поделитесь, кто занимается таким вот делом, кто добывает янтарь. Ну и, конечно же, как это все происходит. Потому что я слышал, что необходимо какое-то специальное снаряжение для того, чтобы войти в холодную воду, долго в ней находиться и, конечно же, вот искать янтарь. Интересный факт. К примеру, ученые пытались найти оптимальный материал, в котором они могли осуществлять переливание крови. И вот как раз ванночки из янтаря меньше всего препятствуют налипанию эритроцитов, поэтому они использовались в медицине. Ну и также вот мы выяснили на стенде, на экспонате, что плотность янтаря практически равна плотности воды, поэтому из него изготавливали специальные поплавки, которые позволяли определять плотность той или иной жидкости. Даже вот умельцы, какие красивый корабль. Паруса исполнены тоже тонким, тончайшим янтарем. Палуба, мачта, в общем, полностью весь корабль выполнен из таких вот маленьких, небольших кусочков янтаря. Да, кстати, самый ценный янтарь считается янтарь белого цвета. А я-то думаю, почему он мне нравится. Кстати, какой вам янтарь больше всего нравится? Напишите в комментариях. Мне белый нравится. Мама сказала, тоже белый. Притом при всем они еще не знали, что действительно стоимость янтаря оценивается, что чем белее, тем он дороже. Да, я не знала этот факт. Спасибо, что объяснил. Да, сегодня видео с нами снимается частично мама. Кто смотрел наши предыдущие серии, так скажем, да, тот знает, что мы ездили в аэропорт, и в аэропорт встречать мою маму. Вот здесь представлен интересный экспонат, книга. В книге есть определенный экспонат, к примеру, вот это радио. Ретро-радио. Да? Ретро-радио. Здесь есть вот QR-код какой-то специальный, чтобы мы могли уже видеть 3D-анимацию этого ретро-радио. Листаете, перелистываете книгу, ну и видите, какие экспонаты, как они выглядят в натуральную величину. Интерактивный, так скажем.
экспонат, опять же. Весь второй этаж по кругу. Оказалась не такая большая территория здесь, как мы предполагали, не так много экспонатов, но очень интересно. Рекомендуем вам обязательно посетить этот музей. Сейчас спускаемся на первый этаж, там продолжение всей экспозиции. Пойдемте посмотрим, что там. Находимся в самом нижнем помещении. Вообще весь музей состоит из трех ярусов. Второй этаж, средний этаж, то есть первый, и, конечно же, подвал. Вот именно в подвале расположены экспонаты современных мастеров. Поэтому обязательно посетите все три яруса. Здесь вот такие вот интересные коридоры, в которых можно почувствовать тот дух, атмосферу, которая присутствовала в те исторические времена. Так, ну вот из предыдущего зала мы проследуем в другой зал. Если вы здесь вдруг заблудитесь, то обязательно люди, которые работники музея, подскажут вам. Здесь выставочный зал, где очень много солнечного света. Здесь по-другому начинает играть своими красками янтарь. Поэтому обязательно доходите все залы до конца. На первом этаже будьте осторожны, потому что здесь очень низкие своды. Если у вас высокий этаж, хотела сказать, высокий рост, то немножко пригибайтесь, чтобы не удариться. Представляешь, вот эта картина, я только что на аудиогиде услышала, кому-то посчастливилось приобрести аудиогид, и там было сказано, что на изготовление этой картины было использовано 70 килограммов балтийского янтаря. Наверняка все, да, узнали, кто здесь изображен. Александр Сергеевич Пушкин. А это Толстой. Да, Лев Толстой. Портрет. Да. Нам всем понравился вот этот экспонат. Оркестр очень филигранно исполнен. Мы стояли, гадали, думали, кто же это, что за животное или насекомое, у всех мнения разделились. Кто-то говорит лягушок, кто-то кузнечик, кто-то сверчок. Как вы думаете, по вашему мнению, на кого похоже? Как раз вот у нас сейчас поделился некоторая информация хранитель музея, что действительно работать в музее очень интересно. Во-первых, заряжаешься той энергией от всех экспонатов, а также можно собирать курьезные истории о людях, которые посещают данные комнаты. В общем, очень разные бывают люди. И, конечно же, разные курьезные случаи случаются с ними. Да, кстати, интересный факт.
Каждое последнее воскресенье месяца действуют скидки для пенсионеров. Стоимость билета составляет всего лишь 20 рублей. Поэтому, если ваши друзья, знакомые пенсионеры, то берите на заметку, что можете приходить каждое последнюю среду месяца. Билет будет стоить 20 рублей, а не 350 рублей. Да, совершенно верно. Отлично. Отличная возможность. Помните, мы смотрели интерактивный экспонат, книга с QR-кодом, и там было ретро-радио. Вот оно воочию, вот так выглядит. Очень красиво, да, столько деталей, столько элементов. Интересно посмотреть, как это выглядит в мастерской, когда мастер сидит и все это изготавливает вручную. Кстати, наверное, тут не только радио, также выглядят шкатулки. Если полистать ту книгу, то, конечно, наверное, можно найти те экспонаты, которые здесь выставлены на этом этаже. Я больше чем уверен в этом. Мы посетили сейчас все выставочные комнаты, все выставочные залы. Настя, поделись своим мнением. Ну, мне понравилось в первую очередь на втором этаже. Начало всей экспозиции начинается со второго этажа, потому что там именно исторические экспонаты, реконструкции какие-то, те, которые экспонаты были перенесены в Кремль, в другие музеи, в Эрмитаж. Они именно здесь воссозданы в виде реконструкции и представлены уже в виде копий. Мы сейчас находимся в самом центре крепости. И я так полагаю, мы прошли по кругу всех этих этажей, когда мы были на втором этаже, да, я видела из окон, был вид именно во дворик с этим фонтаном. Сейчас мы находимся внутри, обязательно заходите сюда, здесь очень атмосферно, и можно немножечко отдохнуть, посидеть, повосхищаться фонтаном. Да, ну и, конечно же, по традиции люди кидают монетки на счастье, чтобы вернуться еще раз в это место, в фонтан. Поэтому тоже, если хотите, вы можете сделать то же самое действие, кинуть монетку на счастье. Вот так, наверное, вечером садились, кто жил до этого здесь, и размышляли, что же делать завтра, куда пойти, чем заняться, где добывать янтарь. Хорошо, отдыхаем. Ну все, пора двигаться. Сейчас мы вам покажем эту крепость снаружи, чтобы вы могли тоже иметь в виду, как она выглядит снаружи, какая есть территория вокруг. Ну и, конечно же, вы посмотрите еще много интересного, что находится за стенами этой крепости. Пойдем. Большое спасибо, до свидания. Счастливо. Всего доброго. И вам. Ну вот, получается, сам музей сегодня работает до 7 вечера, а магазины при входе до 6:30. Мы, конечно, хотели приобрести еще сувениры, какие-то памятные вещи, но магазин оказался, что работает до 6:30, мы не успели, придем сюда в следующий раз. Одни из последних уходим сегодня из музея, нам даже закрыли двери. До свидания. До свидания. Все, закрывает дверь. Получается, мы сегодня пришли в музей янтаря где-то к 4, нет, даже 4:30, 5 часов было. И нам хватило 2-2,5 часа для того, чтобы спокойно обойти всю экспозицию. И сейчас уже 6:30, естественно, магазины с сувенирами, с украшениями закрылись уже. Мы не успели ничего приобрести на память. Но мы не расстраиваемся, придем в следующий раз. На неделю или через неделю, еще время есть, пока мама наша еще в Калининграде не уехала. Ну а сейчас, как мы вам и обещали, сейчас покажем, как выглядит эта башня снаружи и какие еще можно достопримечательности здесь посмотреть. Поэтому отправимся вместе с вами и посмотрим, как тут все обстоит. Музей янтаря расположен в самом центре. Музей янтаря находится в самом сердце Калининграда, на берегу озера Верхнего, в фортификационном сооружении башни Дона. Кстати, окружен он таким рвом, глубина которого 2-3 метра. Сама башня Дона в диаметре 34 метра, а ее высота 12 метров.
Обратите внимание, что все стены, сама крепость выполнена из специального кирпича, никакой внешней отделки, никакой штукатурки. Данный кирпич изготавливался по специальной технологии, практически так же изготавливался, как сталь, проходил несколько этапов обжига, и тем самым мы можем наблюдать это строение, до сих пор сохранившееся практически в первозданном виде. Вот мама, кстати, нас сейчас нашла, пока мы записывали видео, она приобрела вот такое янтарное мыло, я не знаю, какой от него эффект, но мама говорит, приобрету обязательно, но сувениры, сейчас пойдет в ров мыться. Янтарное мыло. Интересно. Как красители могут передать янтарь? Янтарь. Ну, кстати, мы сейчас пошутили, что здесь красители. Ну, здесь красители есть, но мама нас поправила, там янтарная пыль, говорит. Вот, если бы прочитала состав, написано: мыльная основа, натуральный балтийский янтарь, янтарное масло, облепиховое масло, янтарная кислота, натуральный краситель и ароматизатор. Так что состав очень даже хороший. Отличный презент. Если вы посещаете Калининград, то обязательно привозите вот такие памятные сувениры для своих родственников, друзей. Да. Я думаю, что они будут рады. Конечно же, это не магнитик. Ну да, и это можно использовать, как-то применить, это не будет висеть, лежать где-то, пылиться, не пылесборник, в общем. Здесь написано, что продукт переработки природного янтаря, и это отличный антисептик и иммуномодулятор. Ну, посмотрим. Напишите в комментариях, если вы действительно знаете и пользуетесь той или иной косметикой на основе янтаря или янтарной пыли, чтобы мы могли тоже знать. И вот после того, как вы прогулялись по самому музею, посмотрели прилежащую всю территорию данной башни, то, конечно же, вы можете с таким же прекрасным удовольствием пройти и прогуляться вокруг верхнего пруда. Очень большая территория для прогулок, что пешей прогулки. Также вы можете воспользоваться велосипедом на прокат или же самокатом. Но, конечно, больше удовольствия вы получите, если вы будете прогуливаться именно пешком. Поэтому обязательно гуляйте, наслаждайтесь видами Калининграда и Калининградской области. Всем большое спасибо, что сходили вместе с нами сегодня в музей янтаря. Спасибо, что остаетесь с нами, подписывайтесь на нас, смотрите наши видео. Если вы знаете какие-то интересные факты о музее янтаря и об этом месте, обязательно пишите в комментариях. Ну а мы уже увидимся в следующих видео. До скорых встреч! Всем пока! Всем пока!